Всем добрейшего денечка. Мы с вами находимся в Перми. В Перми. У нас сейчас художественный час перерыва. Рисуем задание. В общем, трасса получилась очень интересной, темповой. Прям с радостью бы сам по такому конфигу погонял. Сейчас заканчиваем кое-какие корректировки, и парни будут продолжать тренироваться, видимо, до окончания дня. Я думаю, часов до 6, возможно, что-то продлят. В общем, конфиг реально очень суперский. У нас ЧП, тачка пыхнула. Блин, отвечаю, это была молниеносная реакция. Все сработали, просто идеалити. Мы в тачке вот там стояли, смотрели, успели тоже огнетушитель дернуть. Но пыхнуло нормально. Давайте оттавчивай. Бежала, штапочки слетели. О, блядь, какая горячая. А вон шланг, смотри. Шланг лопнул по-любому. Резиновый. Так, огнетушитель с собой возьмите. Вот она, жаркая Пермь. Реально сидим, спасаемся только в машине, потому что в тени плюс 34. Нереально вообще. О, капец, у меня еще водитель. Вот так вот изменилась погода в Перми. Просто все утопило, все плавает. Машины в кюветах. Прям затопило основательно. А! Нифига себе. Просто там огромные лужи на трассе. Ну хорошо, станет попрохладнее, но, конечно, тренировки пацанам подпортила погодка. Просто полная дичь, что творится. Смотрите, люди спасают просто свои палатки. Спасибо. Спасают свои палатки просто, чтобы они не улетели. Босиком топ вообще. Смотрите. Жесть. Так, следующий пошел. Гелечка пошла, гелечка. А нет, это не гелечка, как это называлось? Начиная с постановки, потом прибираете угол, машину в струну натягиваете, и у вас вот этот прямой весь отрезок должен идти в разгон, набор темпа. Для того, чтобы автомобиль выплюнуть вот сюда. Что я вам могу сказать о сегодняшнем дне? Был очень плотный день по тренировкам. Реально, пацаны могли просто укататься, если бы не пошел дождь. Потому что тренировки, ну, по факту были до 9 вечера. Большое количество участников. Ну и, конечно, жаришка была лютая. И я думаю, хорошо, что ливанул дождь, потому что выжили хотя бы моторы. Потому что Пермь действительно каждый раз отличается тем, что здесь из-за такой жары плюс возвратка достаточно недлинная. И моторы перегреваются из-за этого. В общем, очень им тепло. И я сам лично здесь джизик свой прикладывал. Ну а по фейсу вы видите, можно в принципе ни на какие юга не летать, просто съездить в Пермь. Вставать из тех соображений, что у вас сильно разные автомобили по мере подготовки, по мощности, по всему. Поэтому кто менее мощный, вы можете этот поворот в разгон еще заезжать. Но главная задача, чтобы вот